Модуль распознавания лиц автоматически находит лицо в кадре и идентифицирует личность человека. Используется для автоматизации и контроля доступа на объект. Обеспечивает безопасность в банках или на режимных предприятиях, фейс-контроль в казино, гостиницах и ресторанах. Модуль может распознать постоянного клиента или проконтролировать время прихода сотрудника в офис. Кроме того, может применяться для поиска человека, находящегося в розыске, в толпе, на вокзалах. Модуль распознавания лиц. Попробуйте тестовую версию бесплатно. Макроскоп. Как вам удобно?